Итак, друзья, здравствуйте. Не знаю, как слышно, думаю, что в порядке. И сегодня на рассмотрении у нас, как бы вы думали, что? Ну, вы почти правильно угадали. Пальчиковые батарейки. Вот такие наши батареечки. Но мы не про них будем говорить. Мы будем говорить про... Вот такие вот красивые, приятные. Ребят, действительно очень приятные. В моей руке выглядят действительно, знаете, как какая-то вот игрушечка. Но реально приятно. Ну что, в одной, значит, у меня уже установлены батарейки. Вот. А в другой сейчас мы с вами будем устанавливать батарейки. Итак, значит, эти... очень маленькие и очень приятные на ощупь рации пришли из магазина Gearbest. Ребятки, действительно классная сборка, действительно приятная очень на ощупь. Я не могу сказать насчет качества непосредственно самого материала, самого металла, вот из чего это сделано, но классно выглядит, супер, мне очень нравится. Нет никаких зазоров, нет никаких... кряхтений, там ничего не кряхтит, ничего не скрипит. И это очень приятно. Давайте откроем. Магазин Gearbest, в принципе, кроме непосредственно вот этих вот раций, ничего не поставил. Даже не поставил вот эти вот аккумуляторы. Мне пришлось их покупать, аккумуляторы, отдельно. Но купил я у себя в городе. Можно было заказать заранее непосредственно в магазине Gearbest. Итак, друзья, как вы уже увидели, съемная клипса вот такая, которая очень удобно, значит, крепится за ремень либо за, в карман. В принципе, вот эту вот радиостанцию спокойно можно поместить и непосредственно в сам карман. То есть очень маленькая рация, очень удобная. Значит, да, антенна у нее не снимается, несъемная. Здесь она питается от трех пальчиковых батареек. Вставляется, батареечки нужно сначала зарядить, а после этого можно уже их и вставить. Вот таким образом они вставляются. Я специально сделал именно, купил именно аккумуляторы, чтобы у меня... В будущем я не парился с этими обычными батарейками. Значит, все очень просто вставляется, крепко держится. Итак, друзья, эта посадочка пришла из магазина Gearbest очень быстро, кстати. Значит, вот в такой коробочке. Ну, пришла она не одна, но в данном случае она пришла вот в такой коробочке. Как вы видите, коробка слегка помята, но все-таки... свою функцию она выполнила, и никаких проблем нету с этими рациями. Значит, кому надо, останавливайте, читайте. Дальность написана 5 километров, но, как вы понимаете, это все неправда. То есть, что можно сказать? Реально вот эти вот, ну, тут еще посмотрите, может быть, что-нибудь полезно. Так, что тут у нас нарисовано, вот так вот она называется. Тут какие-то два чувака, тут какие-то четыре штуки, 5 километров. Так, ребятки, ну что я хочу сказать. Значит, реальная дальность этих радиостанций, малышей, боже, какие они классные, какие они приятные. Так хочется уже с ними начать пользоваться. Вот, указанная 5 километров, но на самом деле, конечно же, меньше. В городском цикле это получается, если высотные дома есть рядышком недалеко, то приблизительно метров 800 километров, ну, может быть, полтора, если прямая дальность какая-то, видимость, ну, вот какие-то, за какой-то дом приходится завернуть. Вот, если же вы стоите в чистом поле, то можно смело говорить, что 4-4,5 километра будет слышно, а может быть и 5, и даже 6. Все уже зависит от вашей удачи, как вам улыбнется непосредственно удача с этими
маленькими радиостанциями. Друзья, значит, есть уже много обзоров на такие станции в интернете. Я не специалист непосредственно по этим станциям, но что могу вам о них сказать? Я могу сказать о именно своих ощущениях. Итак, в руке лежит очень хорошо, комфортно. На вес они, значит, тут что у нас написано? Кстати, вот какая-то бумажечка тоже у нас есть. Вот, кстати, она помятая. Помятая. Вот так вот это выглядит. Вот так вот. Все видно, да? Пожалуйста. Ребятки, насчет веса, ну фиг его знает. Это надо смотреть уже на более подробную информацию. Ну так, на вес, ну грамм 100-150, наверное. Я так что-то думаю. Сейчас, даже прямо сейчас вам скажу, сколько они весят. Значит так, ну давайте еще тогда уже расскажу. 8 каналов у этой, у этих раций 8 каналов. Значит, что у нас здесь еще? Зеленый ЖК-дисплей. Индикатор состояния батареи здесь есть. Давайте я заодно сразу включу. Вот одна. А вот у нас вторая. Вот. Индикатор, как вы видите, зеленый. Вот здесь вот подсвечиваю, ну здесь у нас получается непосредственно сама батарея и уровень, насколько я понимаю, уровень самой связи, качество связи, дальность, ну то есть качество связи, да, получается. И что это у нас 21, наверное, уже канал. Вот здесь вот кнопочки для разговора, нажать, такая интересная штука, очень удобно, что левой, что правой рукой. Блин, такие они классные, прям как вот очень красиво. Фонарики есть здесь, вот здесь кнопочки специальные для фонаря. Вот, чтобы нажимать вот эта кнопочка. Вот фонарик, он бьет не сильно, но в принципе, допустим, чтобы что-то найти в сумке, какую-то там вещь. Пожалуйста, сейчас я даже продемонстрирую вам снова, секунду. Итак, я выключил свет и нажимаем, значит, вот так вот он светит. Я бы не сказал, что он светит тускло. Сейчас я беру монитор компьютерный и давайте посмотрим все-таки, как он светит. Вот он в принципе неплохо светит. То есть, какую-то под ногами, я не знаю, там яму вы спокойно обнаружите. Ребятки говорят о том, что, ну вот, вы видите эту камеру? Нет, а сейчас, в смысле не камеру, а радиостанцию. Нет, вы ее не видите, вы ее видите плохо. А сейчас, пожалуйста, все хорошо видно, ребятки. Замечательно. Синий цвет, синяя вот какая-то подсветка. Довольно неплохо. Так, значит, ну что, давайте сейчас мы включим заново наш свет. Будет немножечко поярче. И продолжаем. Значит, 10 сигналов вызова можно менять настройки вызова, и она будет к вам как мобильный телефон пибикать, пиликать как-то уже по-своему, по-другому. Так, разные мелодии, но насколько я знаю, там какие-то бока с этими мелодиями есть. Дальше, что еще у нас здесь есть? Регулятор громкости, значит, регулятор, регулируемый уровень громкости. Ну, одно и то же, регулятор громкости. А затем есть вот здесь, вот я заметил, есть у него для наушничков. Пожалуйста, можно спокойно пользоваться наушниками. Значит, сама рация находится где-то приклеена. А вы... Кстати, вот эта резиночка, она по какой-то причине не очень хорошо... Не очень хорошо держится. Значит, насчет под дождем, наверное, сильным нельзя. А если будет моросить, значит, ну, немножечко моросить будет, значит, можно. Значит, питается от трех батареек А3А. Вот, получается, что у нас здесь еще? Так, 8 каналов памяти у нее. Автоматическое есть сканирование. Функция Vox. Если я неправильно сказал аббревиатуру, поправьте. Значит, вес
Я не знаю, может быть, всей упаковки. Странно, но 64 грамма, что-то мне кажется, что нету здесь 64 грамма. Но давайте узнаем, правильно ли это или нет. Ну, что я хочу сказать. В данном случае показывает 0. Мы кладем и мы смотрим, показывает 90 грамм. Я надеюсь, что вам видно, но я так полагаю, что все-таки, если мы уберем непосредственно сами батарейки, аккумуляторы, то, может быть, и будет те самые заявленные 64 грамма. Вес общей упаковки получается 200 грамм. То есть, я имею в виду вот эта вот коробка. Вот, ну и две пустые. Да, и две пустые непосредственно рации. Дальше, размер. Размер, я думаю, вам не интересен. В комплекте входят две вот таких радиостанции и руководство пользователя. Так, ну что, что вам еще можно тут интересного сказать? Так, давайте попробуем. Может, будет работать, я не знаю. Тут, наверное, настроено на 21 канал. Давайте попробуем. Значит, вот это вот у нас идет вызов, кнопка вызова, вот эта такая кнопочка, мы ее нажимаем, и по идее он очень сильно должен кряхтеть. Пробуем. Ну, я слышу только то, что он пытается что-то там вот пыхнуть. Но я так думаю, что как раз вот эти 10 регулируемых звонков, сигналов, да, вот их можно как-то регулировать. Это вы уже посмотрите, наверное, дальше в обзорах в других у товарищей, если что. Но я думаю, вы найдете просто. Давайте попробуем эту. Нажимаю на кнопочку. Ага, слышали, да? Давайте еще раз. Ага, то есть, когда я так нажал, затем отпустил. Значит, кнопка меню. Так, а что у нас будет, если мы просто поговорим? Я нажимаю вот здесь, говорю. Раз, раз, раз. Как меня слышно? Привет. Привет, прием, прием. Алло, раз, раз, раз. И после того, как я закончил разговор, слышали, да, что идет непосредственно сигнал окончания, такой бру, сигнал окончания нажатия на кнопку за окончание разговора. Теперь я буду говорить вот на эту камеру, господи. На эту радиостанцию. Давайте посмотрим, что получится. Раз, раз, раз. Как слышно меня? Прием. Алло. Раз, раз, раз. Дело в том, что эти камеры находятся близко друг от друга, поэтому, насколько я понимаю, качество все-таки звука не очень. И они свистят, гудят. Давайте мы попробуем. Я сейчас отойду. Я хотел бы попробовать, конечно, громкость увеличить. Это что у нас? Это у нас непонятно что. Вот методом тыка я буду разбираться. Но для начала можно нажать на меню и посмотреть, что у нас в меню. Да, и замены канала. Так, я этого делать не буду. Не хочу, не хочу, не хочу, не буду. Так, давайте я отойду и попробую сделать разговор и посмотрим. Ну, то есть сказать пару слов и посмотрим, что из этого у нас получится. Раз, 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 как слышно, прием. Так, я отошел в другую комнату, я не знаю, слышно меня, не слышно, прием. Отошел, ну, достаточно далеко, я не знаю, метров, наверное, ну, короче, из трехкомнатной квартиры. Самой дальней комнаты, я отошел в кухню. Ну что, сейчас будем слушать, что получилось у нас. Прием, как слышно? Подхожу ближе, пытаюсь услышать. Давайте. Так, раз, 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 раз. Прием, как слышно. Вам повезло больше. В данном случае вы все слышали, а я нет. Итак, друзья,
Я, конечно же, хотел бы разобраться с этими маленькими, очень приятными камерами. Свое мнение я выскажу чуть позже о их работе. И посмотрим, что у нас получится. Совпадет ли мое визуальное восприятие этих великолепных на вид и на ощупь радиостанций с их функциональностью и качеством работы. Вот. Я буду очень признателен, если вы также напишите свое мнение по поводу увиденного и услышанного. Добавляйтесь ко мне на канал, ставьте лайки. Ну и, друзья, все. Эгегей. Всем пока, всего доброго, удачи.